Саженцы пиона молочно-цветкового кринклет уайт, пейня лактифлора, кринклт уайт, высаживают в микс-бордерах, вдоль садовых дорожек и заборов. Красота цветов завораживает. Все дело в крупном размере, с традиционную столовую тарелку. Окрас не менее привлекательный, белоснежные лепестки округлой формы расположены в 1-2 ряда, оттеняются насыщенно желтой серединкой. Благодаря небольшому весу цветы не поникают вниз, а смотрят вверх, завораживая прохожих уникальным внешним видом. Цветоносы тонкие, но прочные, дождь и ветер им не страшны. Максимальная высота куста – 90-100 см. Пион молочноцветковый кринклет уайт – это травянистый высотой 90-100 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов приятный. Окраска цветка белая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.